Небольшая зеленая зона возле нефтеперерабатывающего завода без внимания не остается. Наводить чистоту сюда вышли больше 60 человек. Участок грязноват, видят даже дети. Грязно. А сейчас чисто будет, если мы уберем. Как и сотни самарцев, вместе на гагаринский субботник нефтяники выходят каждый год. Совместный труд им в радость. Это наша территория, территория перед заводом, который мы проходим каждый день. Даже культура человека меняется, когда он видит, что чисто, убрано все, и уже даже бычок уже не кинет. С хорошим настроением, в солнечный день, потратить 2-3 часа для каждого человека это совершенно несложно. Все хотят жить в чистом городе, для этого не нужно многое, нужно только желание. За час работы привели в порядок деревья, собрали старые листья, ветки и мусор. На этом уборка не заканчивается. Приводить близлежащую территорию в порядок выйдут и на следующих выходных. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События.